Офигеть, подбородок красный, это я так отсидела. Вот так. Привет. У меня для вас есть интересная история. Привет. Я купила авокадо. Семь ты что тратила на лекарства? Это не подарки, это лекарства. А что такая маленькая упаковка? Это лекарства. Мои лекарства. А лучше бы это были подарки. Да. Так, надо выпить антибиотики сейчас. Вот это выпить надо, и вот это надо сейчас выпить. Это... Нет, не надо. Короче, ребята, сейчас произошла просто какая-то судьбоносная история. Я, как всегда, на эйфории. Короче, ребята, я не знаю, в моей жизни происходят такие ситуации, когда как будто сама Вселенная, сам Бог посылает меня в определенные ситуации, чтобы я кому-то помогла, я не знаю. Вы помогаете мне, я помогаю еще кому-то. Это здорово, круто. Вечно выйду я на улицу, там, то нужно спасти какого-то котика, то покормить, то защитить собаку от других собак. То нужно... Я не знаю, я как выхожу на улицу, ну, не всегда, конечно, но бывают такие ситуации, когда последнее время, последнее, вот как я сижу в перископе последний там год, как я выйду на улицу, Вселенная хочет, чтобы я кому-то помогла. Короче, история такая. Сейчас расскажу, потом выпью таблетки. Или сначала выпить таблетки, потом рассказать, да. Нет, не Супермен, сейчас я вам расскажу, вы поймете. Эта история называется «Судьбоносная шоколадка». Вот, точно, нужно было записать эту трансляцию как «Судьбоносная шоколадка». Все, закрываю эту трансляцию, открываю эту.